Так, ну что ж, поехали в шахты. Берем багги для песка. Так, а мы здесь еще, видимо, ни разу не ездили. Хорошо. Будем зарабатывать монетки. И еще будем мы, конечно же, ребятушки, получать звездочки. Так, не знаю, сколько мы проедем, далеко или нет. Так, магнита у меня, к сожалению, на баге еще пока нету. Поэтому... Да, как вариант, я бы прокачал бы баги. Потому что баги требуют прокачки. Либо двигатель прокачивать, ну... Еще надо вот эту прокачать. Штучку. Опа! Ё-моё, аккуратно. Так, сколько мы проедем, я не знаю. Будем надеяться, что... Километра 3-4 мы проедем. Ну, а здесь в пещере есть... в этой шахте, да? Есть, как тебе сказать, такие места, где есть лава. Вот, это очень опасно. Мы можем просто сгореть в этой лаве, если где-то что-то неправильно сделать. Опа, смотри, какой спуск неаккуратный. Так, есть у нас второй сундучок. Будем стараться, конечно, побольше проехать. Очень-очень нужен магнитик. Магнитик для машинки. Но прокачивать, конечно, баги надо. Это точно. Что я могу сказать? Чтобы открылся еще один слот. А я не помню, у нас один слот открыт или два. Так, ну вот, смотри, мы разбились, да? Немножко не проехали. Давай попробуем еще раз. Прокачаем движок. А нет, знаешь что, тут в деталях? В деталях. Надо вот этот, я хочу. Тяжеловоз. А, увеличьте урон наносимый разрушаемым объектом. Ага. Вес. Но также тачка у нас же будет, получается, как тебе сказать. Так, давай защитку возьмем. Все. А сцепление? Так, сцепление понятно. А подвеска что делает? Мне нужно подвеску улучшать. Слушай, у меня вообще подвеска плохо улучшена. Да. Подвеску бы я... Короче, я буду и подвеску улучшать. Так, вот этот тяжеловес, я думаю, знаешь, для чего нужно? Чтобы ее не поднимала машина. Ну, это логично, да? Но... Ну, смотри, уже... Уже получше, кстати, мы едем. Есть какое-то такое улучшение. А подвеску вообще я никогда особо и не покупал. А зря, да? Ладно, сейчас попробуем заработать монетки. И купить подвеску для багги. Так, давай назад, там у нас бензинчик был. О, забираем бензин. Поехали дальше. Постараемся проехать дальше. Ой, нет, разбиваемся. Да, мы разбились. Но бывает, бывает. Сведения о предмете. Рифовый акуленок. Две челюсти лучше, чем одна. Помогает больше заработать и дольше прожить. Ну давайте купим. Значит, то есть огненное дыхание давайте возьмем. И электромалыш. Ага, либо огненное дыхание, либо электромалыш. Ну пусть электромалыш будет. Это что такое за ракетная установка? Предмет премиум класса стреляет самонаводящими ракетами. О, давайте вот это возьмем, купим. Пусть лучше будет такая вот штучка. Ну что ж, поехали играть. Так, находитесь удобные. На эти сайты штуки. Так, и чё? Ага. Она будет сама стрелять, получается. Ух, нифига.
к молнии. О, а кто в меня стреляет? Я не понял. Это я стрельнул или кто? Ага. Так, а ну-ка. Так. Подожди, вот акулка, да, которая бегает за мной. Маленькая. Нет, смотрите, кто-то там реально стреляет. Так, я не могу понять, кто. Кто там меня стреляет, не понял, алло. Так, а ну-ка, ладно, идем смотрим, что здесь есть интересно. Так, а нет, это она сама стреляет, слушай, это у меня стреляет штука. Так, а ты что эту не можешь уничтожить? Давай, вот, стреляй, молодец. Так, скушаем немножечко здесь рыбок. Давайте. Вот эту акулу съели. Круто. Прикольно. А это что, это моя, да, акулка? Все, я что-то не могу понять. Так, челдобрека съели. Так, голод у меня нормальный пока. О, золотая лихорадка. Эй, отстаньте от меня. Так. Нет, живой еще, живой. Так, травма от перепада давления. Типа я не могу здесь находиться слишком глубоко. Ну давайте повыше поднимемся. Что-то я это какой-то западнее, не понял. А где выход-то? Так, ладно. Так, ну она, я от своих бомбочек же не умираю, правильно? Ну, смотрите, какая-то... Я вообще здесь ни разу не плавал. Поэтому не могу сказать, что это вообще за место такое. А, с шипами, смотри, гадина. Сейчас мы попробуем тебя стрельнуть. Но не стреляет, ладно. Так, рыбки. Давай этот на сушу пойдем. О, золотая тетечка. Сейчас мы пойдем сюда дальше. А нет, это две рыбы со мной бегают. Так, золотая лихорадка, нифига себе. Вот, 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 чудобрек отдыхает, съели. Вот, сколько чудобреков здесь было. Много. Так. Электричеством все фигарит меня. Такс, 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 такс. О, черепаха, черепаху сесть надо. Куда она делась, черепаха? Слушай, не понял. Так, рыбок съедим. Надо будет мне эту бомбочку убрать, заменить что-то, на что-то другое. Потому что... Тут вот бомбочки они. Ого, какой скат. А, нужна акула побольше. Нет, мы ее уничтожили. Так, золотая лихорадка. Золотая мания. Так, давай это вниз спустимся, посмотрим, что здесь. Так, а у нас опять перепад. Напряжение, мы здесь можем умереть якобы. Так, ладно. Мне нужно что-то кушать срочно. Так, давайте, рыбки, помогайте. Ну, давай, давай, давай. Давай ниже. Ниже спустимся. Так, новый этап уже какой-то. А где... А, мне здоровье уже сверху, да? Вон. О, здоровье как уходит быстро. Да, да, надо подниматься наверх. Так, так бы я поднялся бы здесь, смотри. Куда-то мы заехали. Непонятно куда. Так, а здесь написано мина должна быть. И где мина? Мины нету здесь. Все, а, вот они мины, кстати, вот вижу, вижу. Так, черепашку сели. Так, мина, мина, мина. О, взорвались мы на мине. Так, а где... давайте я выплываю уже, наверное, отсюда. Куда-нибудь подальше. Ох, какая большая была мина. Эй, я взорвался, умер. Умер. А моя акулка умерла. Мы, ребята, давайте откроем сундук. Посмотрим, что в сундуке. Так, а в сундуке мы подняли Джокера, немножко монет. Ничего хорошего, особого такого не было. Давайте с Титанчика начнем. А-а-а, малыши. Ну, сейчас мы вас... Ух ты, ё-моё, какой у меня напарник мощный, а, грозный. Ладно, давайте подъедем, посмотрим. Сможем ли мы их одолеть, маленьких вот этих? Я думаю, сможем.
Ох-ох-ох-ох-ох-ох, ракетки, это плохо. Так, на, подлечись, друг. А, ладно, надо было ему дать. Что у нас тут? А, нифига, вот он идет. На! А, у есть победа. Победа, ребятушки, мы победили. А, получили звезду. И давайте мы возьмем вот этот танк. Баллисту. Попробуем с баллистой. Вот у нас танки. Так, давайте я подъеду поближе. Вот здесь я встану нормально. Так, и буду стрелять. Опа! На. Держи. Ох, нифига, как много они ракет запулили, а? Надо подлечиться. Так, есть один противник уничтожен. Так, наш пока держится. Где там бандит тот? А, прикинь, бандит убежал. На, получай, сейчас я его... Ты там это, аккуратно смотри, я его сейчас отщелкаю. О, еще один ударчик. Есть! Победа, ребята. Победа, самая настоящая победа. Звездочку мы получили. Давайте еще раз попробуем. Я возьму Феникса. Ух ты, Титан и Лазер. Ух ты. А у нас, смотри, какой танк интересный. Ладно, сейчас поехали. Разберемся. Ух ты, какой ты молодец, а? А я сейчас огнем вас постреляю. О, победа. Выиграли. Круто. Это очень хорошо. Продолжаем играть, ребятушки. Peps World. Так, кушаем грибочек. Есть. Теперь мы стали большими. И сильными. Так, ну на этих можно просто прыгать, чуваков. А, так, а по этим облачкам можно прыгать. Так, 800 монет, я не знаю, что нам за эти монеты дают. О, ключик. Так, какая-то головастик. Ах ты, гадина. Так, ключик заберем. Не знаю, зачем он мне нужен, но пригодится. О, тут много монеток. Ага, здесь вниз нельзя, да? Спуститься. Чё это за фигня? Упала, меня раздавила. Так, мне нельзя умереть. Ну вот, наконец-то грибочек. Спасибо за грибочек. Так, ну так я понимаю, что оно все будет все усложняться, игрушка, да? Тик. А, можешь просто так пролезть, зачем я нажимаю? А, все, мы добежали. Наконец-то таки. Так, второй уровень пройден. Дальше играем. Так, тут что-то у нас интересненькое. Так, давайте проверим сразу вот эти штучки. О, яблочко. Так, на тебя просто прыгну. Не буду на тебя яблочки свои драгоценные тратить. Так, здесь опять-таки монетки. О, просто раздавил его. Так, еще один гриб. О, а нет, это я большой стал, все нормально. Ого, а как мне... Слушай, а как мне здесь? Ага. Так, это что, по одному дает только что ли? Ладно. Так, а как вниз? А, все понял. Все понял. Вниз. Вверх, вниз. Так, надо проверить вот здесь, что у нас здесь есть. Так, а что у нас, где? Яблочки эти. Ой, так, а ну-ка, сколько у нас за убийство дают 100, да? Чудобреков. Так, 1100, 1012. Куда эти 100 чего-то там очков-то уходят? Нет, подожди, а почему монетки не увеличатся? У меня там получается 1012 монеток.
Почему они не увеличиваются в количестве? Странно. Очень странно. Хотя я должен пойти-то получать монетки. Монетки, да, монетки.